Привет, привет, мои хорошие, с вами Татьяна. Мы находимся с вами на Крещатике. Прекрасный солнечный день. И сегодня мы с вами пойдем в Зару. Вот в таком красивенном здании она находится. Пока что продается и летняя коллекция, и коллекция на осень. Вот такая вот куртка. Стоит 1500 гривен, около 50 евро. Я буду говорить, что из расчета, что 1 евро равен 30 гривнам. 1900 гривен, 63 евро. Вот такое вот платье, халат. Из ХБ ткани, в таких вот зеленых тонах. 1500 гривен. Брюки 1000 гривен, 33 евро. Есть вот такие бежевые, потом серые. И вот такие. Какой-то хаки цвет. Эти, кстати, стоят 1500 гривен с накладными карманами большими. 1500 гривен коротенькое платьице. Здесь сочетание зеленого, желтого, розового. 1500 гривен вот такая рубашка. Это еще такие брючки есть. 80% лиоцел и 20% лион. Хороший состав лиоцел, это производная от древесины, как вискоза, только немножко поплотнее. А вот уже куртки на осень. Такие куртки у нас стоят 1900 гривен. Молочная, черная, полузащитного цвета и такой вот серовато-бежевый тауп цвет с капюшоном. Кардиганы. Видите, вот кардиган так можно завязать. Здесь пуговиц нет, но вот такая вот детальная. Там кардиган длинненький, стоит тоже 1500 гривен. Эта вещь стоит 900 гривен. Ой, ну да, 900. Где-то 30 евро. Вельвет у нас в моде. 1300 гривен, 43 евро. 1300 гривен, 100% лион. Очень классно смотрится эта льняная рубашечка, длинная. Лион всегда в моде. 1300 гривен этот желез. 50% вискоза, остальное полиамид. Вот такие вот платья по 1900 гривен, длинные. Интересный здесь принт и сочетание цветов. 2900 гривен, такое вот длинное платье, 78% вискоза. Здесь есть такая металлизированная нить, можно сказать, как люрексовая. Симпатично смотрится, около 100 евро. Можно носить с курткой. 1000 гривен, вот такие вот трикотажные брючки. Очень много разных жакетов уже завезли в Зару. Вот такой твидовый жакет, накладные карманы, длинный, на кнопках. Стоит такая прелесть 1900 гривен. Есть вот такие в клетку. Здесь внизу необработанный край. Также накладные карманы, кнопки. И стоит 1900 гривен. Это стеганая куртка, стоит 1900 гривен. Здесь большие карманы. И вот такой цвет рубашки. 1500 гривен. 1900 гривен. Такая слегка укороченная. 1300 гривен. Такое коротенькое платье. Несколько рядов. Здесь на юбке 1500 гривен. 50 на 50. Лиоцел и полиэстер. 2300. Такие жакеты на осень.
и платье черное 1500 гривен. Вот такие пальто, видите, можно так сочетать куртку тонкую под низ, а сверху пальто и так утепляться. 5000 гривен — это 156 евро. Такой длинный кардиган, здесь такая толстая вязка, состав, к сожалению, крил, полиэстер, только 9% шерсти. Это темно-синий цвет, 1900 гривен, 63 евро. 1400 гривен, 46 евро. Вот такая вот блуза. Такая вот рубашка, куртка, 1500 гривен, бежевый цвет. Есть? Вот не поймешь. То ли это платье, то ли удлиненная рубашка. Ну, в общем, эта вещь стоит тоже 1500 гривен. Куртки, ну, вот такие вот бежевые, стоят 2300 гривен, 76 евро. Вельвет, опять же, 1500 гривен. Смотрите, такие рубашки. Сиреневый, синий цвет, такой горчичный. Кроп-топ. Очень коротенькие, черные, белые, голубые, стоят 500 гривен, 3000 гривен. Вот такие жакеты из твида, около 100 евро, романтичного вида. Такие вот блузочки, вышивка, 1500 гривен. Платье 1900 гривен, платье халат. Очень красивая расцветка здесь. И стопроцентная вискоза в составе. Лавандового цвета жакет стоит 1900 гривен. Тысячу гривен длинная рубашка. 1500 гривен полиэстер. Принт симпатичный. 1900 гривен, вот такой вот длинный кардиган, хорошая вещь. Если бы еще побольше натуральных нитей было, здесь 5% шерсти, стоит 1900 гривен. Очень приятный, такой нежный, нежно-розовый цвет. 1500 гривен, вот такая хлопковая рубашка с вышивкой, очень симпатично смотрится она. Вот, сейчас отойду немножко дальше, вот так вот, смотрите. 1300 гривен, вот такой вот нежный розовый цвет, он еще более розовый, чем на камеру, такой бэби-дол. И здесь в составе полиэстер в основном, но есть и шерсть, 9% шерсти и 5% шерсть альпаки. 1500 гривен, 100% полиэстер, около 50 евро. Джинсы разных цветов, 1300 гривен. Подрублены они. Тысячу девятьсот гривен. Косухи такого молочного цвета, молочно-бежевого. И есть черные. Очень много розового и даже фуксинового цвета. 1300 гривен. Вот такие джинсы. Серые, голубые. Есть темно-синие. Шопперы по 1000 гривен. Есть вот такие пальто без подкладки, это темно-синий цвет, есть бежевые, стоит 1500 гривен. И вот такой желто-лимонный, очень выбеленный желтый цвет. Вот такой вот пальто без пуговиц, можно носить не застегиваясь, можно надеть какой-то контрастный пояс. Рубашка, куртка в клетку, по-прежнему они продаются в магазинах. Вот она, такая слегка мохнатенькая, 1900 гривен стоит. 1500 гривен, вот такие вот бледно-голубые куртки. Ого, смотрите, какая продается. И дальше закрытые босоножки по-прежнему продаются. Модные жилетки 999 гривен, около 33 евро. Такой вот фиксийный красивый цвет. Или берем спицы и вяжем сами, девчонки. Вельветовая куртка 1300 гривен, такой красивый фуксийный цвет.
мой лук, очень удобный. Есть еще вот такие кардиганы, тоже они длинные, тот же самый, только в сером цвете. 1000 гривен рубашка или он на скидках. Есть такой яркий зеленый, голубой, белый и розовый. Так что, кто хотел лен подешевле купить, возможно, настало время. Вот такие короткие. Давайте повесим. Стоит 1000 гривен. Такой джемпер. Очень-очень короткий. Не будет доходить до пояса. 1900 гривен такая вот куртка. Здесь красивое сочетание цветов. Серый, морская волна. Такой вот интересный. 1900 гривен. Длинная куртка-рубашка. Вельвет есть такой вот меленький. Ну, под вельвет такой рубчик. 1000 гривен стоит такая рубашка. И вот еще, смотрите, кардиган не очень длинный. Стоит 1500 гривен. Крупная вязка. Вот, смотрите, какое. 3600 гривен, 123 евро. Вот такая куртка авиатор. 1500 гривен. Здесь совсем мало шерсти. То ли 3, то ли 5%. Но такой очень-очень яркий джемпер. 1500 гривен. Кожзам брючки. Вот такие. И красивый зеленый джемпер. 1300 гривен. 1000 гривен. Вот эта вещица. Синий такой длинный свитер. Стоит 1500 гривен. 1900 гривен. Украшения такие интересные. 600 гривен стоит этот набор. Жилеты. Смотрите, есть черные, есть бежевые. С капюшоном. 1900 гривен. Вот он такой не очень длинный. Наверное, будет не доходить до колена. Оверсайз куртки, закругленные вниз, как видите, там накладные карманы. 1500 гривен. Вот еще такие куртки в клетку красные. Тоже стоит, нет, это стоит 1900 гривен. Вот такая она. Опять же, здесь накладные карманы. Такие куртки тоже. Очень они коротенькие. Эта вещь стоит 1300 гривен. 1500 гривен. Жилет. Косуха. Как назвать эту вещь? Видите? Как косуха, только без рукавов. Жакет. 3000 гривен. Около 100 евро. 59% шерсти в составе. Вот такая вот клетка. Очень благородно выглядит он. 2800 лен и хлопок. 52% льна. Здесь в составе около 3000 гривен стоит. То есть приблизительно 100 евро. Платье горошек. Куртка косуха. Что-то опять много курток косух. Наверное, они опять будут подниматься на вершину своей славы. Много гороха, кстати говоря. Горох мелкий, горох крупный. Видите, такие вот костюмы в пижамном стиле. Широкие брюки, рубашки. Вот такой воротничок здесь стоит 2300 гривен рубашка. А это вот как летний плащ, можно носить и осенью. Стоит 4700 гривен. Можно использовать и осенью, и летом, когда будет прохладно. Также есть жакеты. Как видим, горох тоже 3700 гривен. Также есть платье горох. Конкретно это комбинезон, такой очень длинный. Здесь вот V-образный разрез и сзади завязывается. Красивые жакеты.
2300 гривен. Вот такой вот красный. Здесь в составе 29% вискоза. Очень красивый красный цвет и очень красивый голубой цвет. Посмотрите, люблю такие цвета. Они классно смотрятся, хорошо сочетаются со многими цветами. Очень хорошие жакетики. Ну-ка, разных рубашек. Такие принтованные стоят 1300 гривен. Есть однотонные. Вот такие. Есть анималистичный принт. 1900 гривен. Вот такое вот яркое платье. Здесь очень красивый принт, но в составе, к сожалению, большинство полиэстера. Вот еще такие косухи есть. Здесь с одной стороны две молнии. И стоит она 4000 гривен, 133 евро. Ярко-оранжевый цвет, юбка, такой пуловер. 1500 гривен стоит. 1000 гривен, 33 евро. Такие вот рубашки длинные, полосочку. Есть однотонные, знаю, что сейчас очень популярны вот такие вот розовые рубашки. Смотрите, еще есть в наличии, есть белые и голубые. Стоит эта рубашка тоже 1000 гривен. Фуксия, зеленый цвет, 2300 гривен, такого молочного цвета, 76 евро. Здесь пуговички вот так вот переливаются. Этот жакет стоит 2900 гривен, 96 евро. И здесь такие пуговицы, как под жемчуг, серединки. Есть видовые сарафанчики 1300 гривен. Такие вот маленькие, коротенькие. Вот этот жакет смотрится издалека хорошо. 2300 гривен. И в составе, я вижу, есть хлопок. Вот так он пошит, как по мне, хороший. 52% хлопка. Можно составить вот такой костюм. Есть и брючки, и жакет. Жакет стоит 2300 гривен. Он такой бежево серый цвета тауп, скорее бы. Посмотрим сейчас. У меня сумка цвета тауп, ну что-то похожее. Есть брючки такие же. Сейчас посмотрим, как они пошиты. Вот такие прямые. Здесь один защип с карманами. Девчонки, в моде люрикс, пайетки. И вот этот тренд поддерживается вот такими короткими платьицами. Возможно, на Новый год можно купить. 1500 гривен. Здесь, вот видите, так собрано в одном месте. 2300 гривен, 100% вискоза. Вот такой вот жакет симпатичный, видите, такой принт здесь. Есть такие же точно брючки. Стоят брюки 1500 гривен, так что можно составить костюм, можно по отдельности носить, можно вместе или раздельно. И здесь тоже есть костюмы с блюдками, блузы, брюки. 2300 гривен будете блестеть, переливаться. Вот такие вот мелкие здесь пайетки. И брюки тоже стоят 2300 гривен. А, стиль диско, что ли? Вот такие штанины. Органза, естественно, это полиэстер, 1500 гривен. Ну, эффектно, конечно, смотрится. Коричневые брюки вниз или белые. Будет замечательно смотреться. Платье комбинации 1500 гривен. Такой вот черный цвет. Вот так здесь оно пошито. И 6000 гривен. Такой оверсайз пальто коричневого цвета. Около 200 евро. 2300 гривен. Такие удлиненные жакеты.
цвет такой поприятнее, чем на камеру. Более карамельный, я бы сказала. В общем, длинный. И вот еще такие жакеты есть. Очень много жакетов, кстати, привезли. Много брючек. Можно составить костюм, либо по отдельности купить. 2900 гривен. Есть бежевые. И есть вот такая вот фуксия. Смотрите, какой яркий цвет. 4700 гривен. Вот такое пальто в этническом стиле. Это 156 евро. И в составе здесь и хлопок есть, и немного, по-моему, шерсти. Так, значит, 45% хлопка, акрил есть, и 17% шерсти. Вот такой этнический стиль Заре. Тоже симпатичное, как по мне, пальто. Если у вас уже есть базовое пальто, можно присмотреться и к такому. Вот неплохо смотрится, смотрите, в паре с такими брючками. Есть такого же цвета костюм. Брюки стоят сейчас 1500 гривен, а жакет 2900 гривен. Базовое пальто 4700 гривен. И в составе здесь 75% шерсти. Такие пальто каждый год в Заре продаются. Вот с таким вот значком. Наверняка вы видели. Я, по крайней мере, видела уже такие пальто. И раньше. И 75% шерсти. Вот это уже очень приятно. Будет теплое. Так что вот такая коллекция на данный момент. По цвету мне очень понравился вот этот жакет. И так хорошо пошит. Как видите, он такой уже полуприталенный. Замечали, что уже возвращается полуприталенность. И причем уже давно. 2300 гривен стоит. Здесь, конечно, в составе полиэстера и где-то 16% вискозы. Вот, если вас интересует, покажу вам штрих-код. Возможно, захотите посмотреть на сайте. Продажи много анималистичного, звериного принта. Вот такие вот блузы, смотрите. 1500 гривен. 39% хлопка, 23% шерсти. Вот такое вот необычное пальто. Смотрите, какая расцветка интересная. И стоит такое пальто 6000 гривен, около 200 евро. Вот оно такой оверсайз. Как кокон будет вас опутывать. Такие вот анималистичного принта юбочки коротенькие в продаже. Стоят они 1300 гривен. Вот такие вот жакеты оливкового или болотного цвета стоят 3700 гривен. Анималистичного принта есть еще топы. А нет, это не топ, это коротенькое платье. Вот такое. На одно плечо. Нет, на два. Есть такие лямочки коротенькие. И стоит такая красота 1300 гривен. 1500 гривен. Вот такая прелесть. Это вещь школьницы. Есть жилетки в продаже. Стоит 1900 гривен черного цвета. Жакеты вот такие. Гусиную лапку. 2900. Есть брючки 1500 гривен. 1500 гривен. Такое вот коротенькое платьице. В составе 100% полиэстер. Принт интересный здесь. Такой цветочный есть. Из такой же ткани рубашки. 1300 гривен. Запахом. Здесь можно вот так вот завязать. 1300 гривен. Юбки кожзам. Ну да, на кожу не проходит. Кожа, кожзам носит. Предлагают нам дизайнеры разных домов. 1900 гривен. Вот такие вот длинные косухи, жилетки. 1500 гривен. Такое платье. Внизу кружево, разрез. Такой глубокий зеленый цвет. Ну вот, мои хорошие, такой ассортимент в данный момент в Заре.
Есть интересные вещи, если вас устраивает состав, цвет, то можете прийти примерить, возможно, вам что-то понравится, и вы себе приобретете обновочку на осень. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, комментируйте. Буду очень ждать ваших комментариев. Удачных вам покупок, друзья мои. С вами Татьяна. Пока-пока. До новых видео. Пока.